Добрый вечер, Мегабол! Добрый вечер, Лига Чемпионов! Это начало четвертого тура и матч открытия четвертого тура. Играют команды Aces Aids против Union Army. Пиковые тузы против такого, против пиковый туз против какого-то Уда, то есть Union Army против армейцев. Так, что у нас с команды готовы? Юнар готов. А, Юнар пишет, го, а Ролька ждем стрима прекрасного. Ну, нема стрима, а окей. 5-4 и можем, пень тут. Ну, тогда начнем. Union Army пока идет, вроде только заработал одно очко, и вроде заработал он с Вектором. Я уже не помню, сейчас нужно после первого тайма посмотреть, что там. Что-то у меня вылетело с головы. То я знаю уверенно, точно, что тузы взяли 3 матча, 9 очков, то есть за 3 матча все победы. Вот Джефф Харди, хорошую передачу отдает. Джефф Харди дальше идет. И Гост отдавал уже назад обратно отличную передачу. И Джефф пытался как-то замкнуть эту передачу, но тортик не дал. Джефф Харди. Передачу на Гост Энджела закрыли еще раз. Union Army пока дефи. Ну, в принципе, ничего удивительного. Возможно, сейчас смог выйти тортик. Не ошибется. Гост как же на паузе убрал вообще. Почти убрал, да, чуть-чуть не хватило. Ну, удар был очень красивый, как по мне. Если бы залетело, был бы гол очень красивый, потому что на паузе убрать в этом мегаболе, где скорость... О-о-о, Густика выводит, Густика есть! Густик на Роналду играет, Густик бьет, гол, Густика! О-о-о, Юнин Арми выходит, Густик! Ну что же, как же тузы ответят? Давайте его смотреть. И Гусик забил за Union Army. Гусик дальше пытается. Гост Энджел. Передачу не прошла. Передача на Джефф Харди. Джефф Харди пробивал. Тортик. Ясен пень. Джефф Харди поднял. Джефф на Госта отдавал. Отдавал на Госта, ну. Мёрфи. Джефф Харди. Вот что делает у нас Гусик. Пока опять дефай на Джеффа. Джефф передачу на Госта Энджела. Гост Энджел и назад на Мёрф отдает Джефф. Ну, пропущенный гол, но я не знаю. Тузы должны были... Я думаю, когда тузы настраивались на Юнара, они как минимум настраивались с победу на разницу 3 мяча. То есть, если еще 3-1 будет, их, наверное, устроит. Так что давайте посмотрим, как будет дальше развиваться. 2 минуты всего игры. Гусик, наверное, ждет еще одного такого-то как выхода. Выхода так на ворота пустые. Ну, там Гусик, конечно, боролся, но ему пас выдали. Мёрфи с Джеффом Харди так хорошо катались, пытались, но ясен пень не обвести его. Хорошая передача тортика. Гусик. Ну, Гусик как-то даблшот вроде то ли хотел делать, то ли пас какой-то, ну, не получилось не то, наверное. Дал пас Мёрфи, вот что получилось. Джефф Харди хотел на паузе убрать, но не получилось. Ой-ой-ой, только бы не привести, и Гост Энджел пользуется. Просто Гост Энджел умеет вот любую ошибку, просто умеет наказать соперника, вот его вот, голевое чутье, вот это наказывание соперника за любую ошибку, вот много что. Здесь Мёрфи забивает, отличный удар Мёрфи, 2-1, ну... Что, как же отвертить? Мёрфи хорош, отлично ударил. Просто попал точненько в уголок. И, наверное, опорник там не смог бы вытащить. Очень сложно. Мёрфи еще раз пытался пробить поворот. Мёрфи еще бьет. Ну, Мёрфи просто неотразим. Джефф Харди. Тортик. Ясен пень. Что-то подлагивает. Гусик, неужели Гусик опять будет бежать? Бежит Гусик, Мёрфи! Удар в штангу, Гусик, Мёрфи не протолкал. Ну, Гусик вообще бежал. Гусик вообще чуть-чуть не хватило. Тортик вообще на середине поля как-то был. Прямо в Джеффа отдал тортик, обида залита в груди. Тортик, ну... Привезли гол. Просто... Что сказать, привезли гол и не забил Юнар, забил или тузы. Ну вот я как говорил, что перевагу 3 мяча встроить тузов, наверное, сейчас посмотрим, 3-1 счет. Мёрфи отдаю, о-хо-хо-хо, Густика залетает. Вот такой обидный гол залетает. Смотрим, уже было несколько обидных голов. Вот так наш четвертый тур открывается, опять 2-1 оставляют. Вот ясен пень смог выбить с поджафа и...
Сможет ли продолжить свою атаку, ясен пень? Нет, не смог. Вот Гост. Гост должен вот это может забить. И решает Гост спокойненько. Просто спокойненько забивает. И Гост уже забивает второй гол вроде бы, да? Второй гол, да, один. Первый теперь. Гост. Гусик. Тортик. Что-то Юнару не везет. Юнар первый открывал... Первый мяч забил и Антибасу. Даже первые два мяча Антибасу. В итоге проиграли. Юнар теперь забивал первые. В итоге пока 5-1. И понимаем, что это плохо очень. Что-то у меня подвисает немножко. Что это нехорошо может закончиться. Да? 5-1 уже мяч. Перевага в тузов 4 мяча. Это много. Посмотрим. Ясен пень. Дабли тортик. Хорошая передача, ну Гусик. Гусик мог замкнуть. Свои-то он пробил хорошо, а в чужие не пробил вообще. Наверное, был бы там хоть какой-нибудь удар, просто какой-нибудь удар. И я думаю, Мёрфи бы не успел среагировать. Если бы, наверное, тортик не... А если бы Гусик просто не попал в Мёрфи, то бы не успел. Там очень близкая дистанция была к воротам просто. Ну, что же делать? 5-1. Мёрфи поднимет. Не поднимет. Джефф Харди. Даблом. И все. Все. И второй тайм. Второй тайм. 5-1 счет в пользу Эйпро и Пол Сухарь. Ура. Го дальше. Го. Го. Ну тогда поехали. Второй тайм. 5-1. И что Юнар нас удивит? Давай Юнар. Давай уже Юнар. Потому что вот 5-1 это плохо. 5-4, 5-5, вот это будет хорошо. Будет интересно. Гост на Джеффа отдал. Тортик, точнее, на Джеффа отдал. Гост отдал на как-то не точно. Немного. Гост Энджел. Поднял. Мёрфи. Поднял на тортика. Тортик. Ой, Гусика, Гусик. Ну уже Гусик, я тебя прошу. Просто... Я не смог уже ничего сказать, но на такой момент нужно решать, в принципе, да. Мы посмотрим, как дальше будет. И Гост Энджел вот сейчас покажет, как нужно решать вот эти эпизоды. Просто дальше забивать и все. 6-1 в пользу тузов. Правильно все. Мёрфи поднял. Тортик. Тортик продавит, продавил. Тортик еще давит. Тортик. Гусик. Уже Юнион Армия. Вот Юнион Армия уже два раза не забивает и забивает ему. То есть, какая-то карма такая в Юнар. Что-то, когда ты не забиваешь, забивает тебе. Гусик. Гусик наш. Дает на ясень. Гусь. Гусь, давай. Гусь, хочем дубль от тебя увидеть. Мёрфи поднял ясень пеня. И пока сложно Юнару прочувствовать вот игру, как играть против тузов. Потому что хорошо комбинирует. Ясен пень уже страхует еще сзади тортика. То есть уже понимаешь, что тут ошибется на 50% почему-то, да, и это все плохо. Тортик. Продавливает ясен пень. Тортик. Тортик. Ясен пень еще отдавал. Ну, там Джефф вообще стоит. Просто сейчас к нему отскочит и на пустые выйдет. Вот, что я и говорил, просто вангую игру вот эту, как она будет происходить. Ясен пень. Это 7. Ой, Гусик! Как Гусику не прет. Как же Гусику не прет. Гост забьет, забивает. Тортика нет, а 3 минуты еще нужно играть, и замены у замены нет. У Юнара? Тортик, что же Тортик будет делать? Что же Тортик будет делать? Че, катаем? Не. Так понимаю, и катают, и Юнара с тузами катают, в принципе. Пока нет смысла. Джефф забивает мяч. Я не знаю, что будем считать, что мне комментировать, но пока 9-1, чё. Ну что же Юнар будет делать, а? Просто я не знаю. Что?
Что Юнар может сделать или какое вообще наказание у Юнара может быть? Давайте обдумаем. Тортик не сыграл 3 минуты до конца. Весь Пень забивает свои ворота. Это все в записи, это все мое время тоже. То есть я жду ФП, не ФП, да? Тортика что-то пропало, интернет. И что делать? Ждать, не ждать? Я пока без понятия. Думаю, кто выиграл этот матч, было понятно после первого тайма, да? Ну вот с каким счетом? Вот это так. Так что... Я не знаю, засчитываются эти голы, сколько доиграть. 3 минуты, когда он встал, было, да? А вот когда он вылетел, я не помню, я не смотрел, когда он вылетел. Тортик зашел. Ну давай, Тортик играет и... Мы продолжим. Я не знаю, какой счет будет в итоге, честно. Не знаю. Наверное, тот, что и на табло, то есть получается 11-1, но что вам сказать, что там решит царь-судья, я не знаю. Мое дело снять, рассказать про игру, прокомментировать и показать вам. А что там будет в счете, только я не знаю. И в ФП ли это будет доигрываться? Наверное, не будет доигрываться. То есть я и не вижу смысла доигрывать в ФП. Если только тут Джефф не хочет тут, да, много голов, я не знаю. Статистику понять, чтобы забить. Я не могу знать. Хотя Юнар в атаке. Юнар в атаке и даун. Это я не должен. Ясен Пень отдает на Гусика. Гусик дальше отдавать на Ясен Пень я не сходил. Хотя отдал, и Гост Энджин забивает свои ворота уже. 11-2. Не, не стрим. Нет. 11-2, если по этому счету, который у нас официально заявить, этот счет, который есть. Потому что я не знаю, какой там будет в итоге. Будут ли считать эти голы, не будут, да? Пока 11-2. Джефф хочет еще минуту. Окей. Какой счет? 11-2, я не знаю. Там же... Я не думаю, что Юнара беспокоит счет. Потому что... Теоретически, наверное, даже нет шансов выиграть. Потому что гол придется забивать, если за минуту. Гол 10 мячей забивать, если за минуту. 10 мячей забивать раз в 7 секунд. То есть это нужно, чтобы команда противника вообще встала, да? Тогда забивать. Нет, теоретически можно, да, если команда противника не будет двигаться. Если манекену поставить. Ну, а если даже ботов, то уже, наверное, не смогут. Джефф Харди сейчас будет делать счет еще крупнее, наверное. Да, и Джефф Харди это делает. Пока без понятий. Просто уже даже вот после такого ФП, после таких забитых голов, у меня нет желания комментировать, потому что, ну, блядь, 3 на 2 играли. Ну, вы выигрываете 5-1. Ну, что вам? Уже встаньте, стоите. Ну, мое личное мнение, ну, такое, счет очень огромный. Это уже желание попадает. Спасибо, пишут тузы. Счет у нас получается... Я уже сбился, какой счет получается. Этих два мы забираем. Вроде 13-2, да? Или там 6 было? 6-5, 11. Тут 1-12-2 тогда. Что-то такого. Ну а сколько засчитают, я не знаю, друзья. Это был Rolex. Это была и команда Union Army, и SSZ. Вот такое открытие 4-го тура не очень, как по мне, радостное, но... понятные, кто пока будет лидировать в турнирной таблице регулярного чемпионата МКЛ. А Юнару желаю больше побед и меньше ошибок, именно вот таких огромных ошибок в дефе. Побольше игры, наверное, вместе. Спасибо за просмотр, это был Rolex. Любите мегабол, живите мегаболом. До свидания, друзья. Встретимся на следующих матчах МКЛ.